Ракета цель найдет. Под Астраханью прошли международные военные учения. Участвовали зенитно-ракетные расчеты 4 стран. Армения, Белоруссия, Россия и Киргизия. Зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 поразили все 19 мишеней. Цель по первому. Есть СС по второму. Начни задачу по первому. Цель по первому уничтожить, расход 2. Внимание, будет. В учениях было задействовано 1500 военных и 40 самолетов.